Что такое кросс-курс? Термином кросс-курс на рынке Форекс называют соотношение валют в валютной паре, которое вытекает из их курса по отношению к курсу третьей валюты. При валютных операциях на мировом рынке в основном используются кросс-курсы с долларом США. Например, курсы валютных пар евро-доллар и фунт-доллар не являются кросс-курсами, а курс пары евро-фунт называется кросс-курсом, так как в данной паре нет доллара США. Подробный видеословарь терминов смотрите на сайте maximarkets.ru. Зарабатывайте на валютном рынке Форекс с компанией Maximarkets. Помните, всегда есть валюта, которая растет. Maximarkets – единственный международный брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от Maximarkets используют порталы Вести Финанс, Банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Торгуйте с профессионалами. Регистрируйтесь на сайте maximarkets.ru.